Привет всем! Сегодня у нас 15 мая 2021 года. Сделали мне небольшой заказ изготовить прицепное устройство из балки девятки к УАЗику, чтобы можно было перевозить бревна в подвесном состоянии. Поэтому я уже начал это все дело делать. Отрезал вот эти ступицы колесные. Вот от этого места они тут крепились вот таким образом. Вот это я все дело отрезал, и мне сказали сделать его повыше, чтобы можно было бревно подвесить снизу и чтобы оно не цепляло землю, чтобы посадка была как можно выше. Колеса жигулевские, поэтому я их отрезал и вот так вот уже начал прихватывать. Вот, они будут стоять вертикально. В дальнейшем я это дело покажу, как все это будет делаться. Так что продолжаем. Взял я вот такую шпилку. Надо было, конечно, ее подлечь, но что нашел, как всегда. И выставляю я вот эти ступицы колесные таким образом, что вот как раз по этой шпилке. Высота ее на... Вот так вот ложу пластинку и вот таким образом выставляю, потом передвигаю на эту сторону, и все это совпадает. Также смотрю, чтобы эта шпилка была параллельно вот этой желоба. Тем самым колеса получаются вот эти параллельно друг другу. Вот. Они выставлены параллельно, и высота у них тоже получается одинаковая. Вот таким образом делаем дальше. На улице у нас вот такая погода сегодня, тепло, ветра нет уже несколько дней, а я варю дальше. Приварил я вот такие косынки, вот. Усилил это все дело с обоих сторон. Усилил. Осталось приварить с другой стороны. Стол со своей задачей тоже справляется. Вот такими струбцами я прикручиваю железо. Вот так вот тут его режем. Мост также прикручивается струбциной. Вот таким образом. Так что стол полностью справляется со своей задачей. Ну что, варим другую сторону. На этом пока все. Погода у нас сегодня займи да выпей. 27 градусов в тени. А я закончил варить вот эти уголки. Вот. Так получилось. Вторая сторона. Можно приступать варить дальше. Вот. Все это такое. Вот это у меня дышло, поэтому вот так вот вышло. А это ролик для поднятия бревна у балки заднего моста. Поэтому собираем дальше. Покажем, что будет продолжение. Удлинил я трубу, сделал подлиннее это дышло, чтобы возить длинные бревна. Приварил ее вот таким образом. Сейчас приварю вот эти пластинки вот таким вот образом еще. Вот все это дело проварю, усилю это низ. С той стороны у меня будет стоять лебедка. Вот так получается. В дальнейшем еще покажем, что будем дальше делать. Усилил всю я эту конструкцию вот такими пластинками. Также приварил с этой стороны пластинку. Вот. Тут стояла скобка. Не, я не стал отрезать. Это у меня был упор. Пластинка эта предназначена для того, чтобы здесь поставить вот такую самодельную лебедку. Вот таким образом. Вот. Так она будет стоять. Вот это будет упор, чтобы ее не сдвигала скоба. И также имеются вот такие вот у нее самодельные отверстия
пластинки с отверстиями, которых я потом вот в этой балке, ну, вот в этой балке и в трубе, получается, я просверлю вот это отверстие насквозь. У меня будет уставляться один длинный болт через это все. Вот таким образом. Вот. Эта лебедка, она будет съемная. Ну, чтобы можно было ее снять и что-нибудь другое поднимать, вытаскивать. Чтобы она тут не была приварена намертво. Вот так вся получается эта конструкция. Вот так и вот. Делаем дальше. Сделал я вот такое сквозное отверстие под болт, чтобы лебедку можно было доставать оттуда. В любое время ее снять и использовать в другое месте. Вот упор, как я уже говорил. И вот так вот выглядит лебедка. Лебедка сделана самодельная. Вот на это место садится камазовская трещотка. Ну или от телеги червячная. Вот таким образом это все устроено. Делаем дальше. Закрепил я дышло на балку, на заднюю, вот таким образом. Вот. Все это дело смерили. Вот так получается. Вот. Сейчас будем делать раскосы, потом все усиливать, приваривать, и там дальше уже покажем, что будет. Ну все. Собрал я эту прицеп для перевозки бревен. Вот так он получился. Здесь необходимо еще поставить фаркоп. Сделать. Эта пластина сделана для того, чтобы тут бревно привязывать к ней. Прорези сделаны на пластине, просто бороздки такие полоски. И можно будет тросик привязывать. Эти тоже также сделаны. Остаются цепи вокруг бревна. Бревно будет висеть снизу, где фляга стоит. Под низом, вот под этой балкой, под мостом. Вот лебедка. Самодельная. Так. Вот эта трещотка от КамАЗа, тормозов. Также и на телегах стоят. Крутится вот эта ручка. Вот эта маленькая. Ее вращаешь, и вот этот барабан будет вращаться. Прикручу, как он, я говорил, уже на болт садится. Такие вот растяжки сделал из уголков. Вот этот ролик, по которому будет идти тросик с лебедки. Вот так оно выглядит, это все. Колеса жигулевские от девятки. Здесь я приварил трубу, чтобы трос, когда будет проходить туда вовнутрь, чтобы он не перешаркивался. Трубку приварил. Там была острая грань, чтобы не перешаркивалась. Трос будет продеваться именно вот сюда вовнутрь, в это место. Вот так оно выглядит. Вот, все полностью. Вот. Осталось только сделать прицеп. Так что на этом все. Видео заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. На этом все. Всем пока.